Ой, какая красота! Чуть-чуть стало все как-то ниже, и чуть-чуть все уебалось. Да, уже не поможет. Да, только Божья помощь тебе поможет. Если вы думаете, что ездить на Бентли круто, все девушки будут прыгать на вас, вы будете самым крутым на районе, вспоминайте вот эту картину. Саня, плохо вытер. Получше, лучше, лучше. Старайся, старайся. Блядь, всю парковку засадили нас. Когда ты думал, что если ты ездишь на Бентли, то все тёлки будут под тобой, но оказалось, как бы, это ты под Бентли. Ситуация. В нем два аккумулятора, и мы клеммы сняли, но он почему-то пищит. У него еще дополнительный аккумулятор на сигнализацию, что ли? Где он расположен? Ну что, Бентли у нас отдыхает. Настало время Раптора. И там, кстати, пасхалка была.